Нормативы на потребление воды на Ямале снижены. С 1 июня вступили в силу поправки в правила предоставления коммунальных услуг. Таким образом, исправлены существующие недочеты в документе, в том числе упрощена методика расчетов на общедомовое потребление холодной и горячей воды. Отменены общедомовые расходы на водоотведение, упрощена формула расчета норматива по воде и предусмотрено его снижение. Прежде всего, изменения ведут к тому, что сократятся расходы людей на общедомовые нужды. Так, норматив потребления воды для домов Ноябрьска теперь составляет 0,06 кубометра, а вот для общежитий с центральным холодным и горячим водоснабжением установлен норматив потребления воды в размере 0,2. Собственников домов, оборудованных общедомовыми приборами учета, необходимо знать, что распределяемый между жильцами дома объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, не может превышать установленного для данного типа дома норматива.